Привет, друзья! Ну вот, я обещала вам такое сделать черри дерево, показать, которое очень сильно цветет. Вот я сейчас иду в бассейн свой. Сегодня у нас среда, 25, по-моему, апреля. И вот я увидела, сейчас вам быстренько сниму, там напротив еще одно. Вот, видите? Сейчас подойду, еще сниму то вам поближе, деревца. Вы же понимаете, что мимо такой красоты я пройти не могу. И вот, вы знаете, вот видите, у него даже листьев нет. Вот эти огромные шары, вот видите, вот у него цветы, они такими шарами огромными сделаны, цветут, сделаны. Вот, сейчас вам поближе покажу. Вот, а видите? Вот он, вот он, вот он. Такой красавчик. Вот еще один. Вот такие вот эти шары. Вы знаете, меня удивили мои любимые подписчики, которые знают, как называются растения, цветы, кустарники. Всегда мне помогают с названиями. Ну вот, когда сказали, что вот это дерево называется сакура, знаете, я была поражена, потому что... Ну, какая же это сакура? Ну, ребята, сакура — это же японское, вы имеете в виду. Японское цветущее растение. Но она же совсем по-другому выглядит. Я когда-то ее рисовала акварелями, эту сакуру. И вот не могу я с вами согласиться, что это сакура. Это вот английская махровая черри. Черри — это вишня, черешня в переводе на русский язык. Вот она такая махровая, и она в основном здесь, конечно, растет только для декорации. Вот такая красота. Ой, ну вот. Ну вот вам еще. Хотя, конечно, тут вот этот вот какой-то странный стоит металлический ящик. Туда не подобраться. Но все равно. Вот, ну посмотрите, друзья. Ой, не знаю. Вот я поднимаю опять наверх камеру, и вот эта красота, вот эта яркость вся этого цвета, она почему-то не передается. Камера не очень хорошая, надо было взять мне другую. Ну, красота, ну не могу я. Ой, как мне нравится эта черри. Ну и вот тут же рядом это уже начало цвести у нас. А, по-моему, а что это? Это какое-то фруктовое дерево. А что за цветы? Не знаю я. Вот опять, судя по листочкам. Не, не знаю. Тоже может быть вишня. Ну и я ж бегу в бассейн, как я вам уже сказала. И я ж еще, конечно, принесла. Покормить надо моих лебедей. Вот подошла. А у меня осталось всего 10 минут. Ой-ой-ой, опять переполох. Опять переполох в нашем государстве. И опять эти гуси. Ну, что ты кричишь? Вот, вот чего ты кричишь? Расскажи мне. Нет, этого не понять. Вот, понимаете, мне надо успеть еще покормить птиц моих. Сейчас потихонечку покормлю. Ой, кормить неудобно одной рукой. Ой, как неудобно кормить. А вы знаете, вот они, наверное, все-таки вот сейчас они гуляют, потому что они какие-то не в себе. Ну, что ты не ешь? Вообще, они как-то не очень собираются это все кушать. И вообще, говорю, не в себе. Вот гуси орут, как сумасшедшие, а лебеди... Не сказать, что уж очень они голодные. А, наверное, им сейчас пока не до еды. Они... Ну, иди. Ой, как я хочу тебя потрогать. Пойди потрогай, называется. Не потрогаешь. И опять одной рукой. Мне неудобно. Ай, боже. Ну, они, конечно... Я пока подошла сюда... Взять, беру хлеб, подхожу, и они все бегут за мной. Ну ладно.
все бегут за мной. Некоторые еще и здесь есть. Ой. Крикуны. Ну, бери. Еще не очень-то и хотят. Не очень-то и хотят. Вы слышите, как кричат эти сумасшедшие гуси? Чего они такой вой? Такой крик подняли. Я не знаю. Вот. Я уже стала бросать, видите? Стала бросать воду, потому что мне рвать одной рукой абсолютно неудобно. А этот меня кусает, хватает. Хватает, кусает. Красавчик мой. Ты мой красавчик. Ай-яй-яй. Ну ладно, друзья. Вон опять парусники наши. Все на круги своя пришло опять. Сегодня, наверное, будет великолепный день. А вот здесь вот это мой свиминг-пул, как вы знаете. И вот меня уже ждут. И мы пошли в бассейн, друзья. С вами увидимся. Пока-пока. Всего доброго. Берегите себя.